Смотрите, какая маленькая конфетка. Знаете, что плохого в маленьких вкусненьких конфетках? Они очень быстро заканчиваются. И в детстве думаешь, ой, как бы хорошо, чтобы конфетки были такими большими-большими, чтобы они никогда не заканчивались. Итак, Ольга Гаева со своими большими конфетками. Конечно, удивительная подвижность. А вы не пробовали чем-то более близким к нашему жанру жонглировать? Может быть, барабанами какими-нибудь? Нет? Барабанами? Нет. Нет? Тромбонами? Нет. Угу. Контрабасами? Контрабасами?
О, вы задумались. Миша. Что? Ну как может такая хрупкая девушка жонглировать огромным контрабасом? Вы не знаете, на что способны хрупкие девушки. Да что? Контрабас в студию! Ничего себе!